Друзья, переходим к весовой категории до 91 килограмма. И нас ожидает первая пара бойцов в этой категории. Владислав Иванов из Московской области против Андрея Батырева из Тульской области. Соответственно, Андрей в красной форме, а Владислав в синей. Внимательно слушай команду. Желаю удачи. Голову выше, не держим, ниже пояс не бьем. Соблюдайте правила, желаю удачи в кругу. Начинается поединок. В стойке левши действует Андрей Батырев. У него, кстати, довольно такая впечатляющая история. Он 92-го года рождения, мастер спорта по боксу. И надо сказать, что в середине 2000-х годов он столкнулся с проблемой со здоровьем. И так получилось, что ему присудили инвалидность третьей группы. Он ходил на костылях, не мог бегать. Даже в школьные годы был освобожден от уроков физической культуры. Но к выпускным классам стал чувствовать себя чуть лучше. У него была проблема с ногой, она сейчас стала беспокоить его меньше. Смог посещать занятия, даже выезжал на соревнования по баскетболу и волейболу. При этом увлекался тяжелой атлетикой, ходил в спортзал. И на первом курсе университета за компанией с другом решил попробовать себя в боксе. Друг, как водится, через пару месяцев бросил, а вот Андрея затянуло, и он остался. При этом из-за отсутствия большое количество физических нагрузок в школьные годы Андрею тяжело было справляться именно с физической нагрузкой по боксу. Но зато он проявил свою целеустремленность, принял активное участие в соревнованиях всероссийского уровня, начал с 2012 года. Ну и основная цель, конечно, это попасть в основной состав сборной России по боксу и стать чемпионом мира и поехать на будущие Олимпийские игры. Ну, вы знаете, история Андрея Батырева, пожалуй, достойна сюжета в художественном фильме, мне кажется. История настоящего преодоления силы воли. Да. Также надо отметить, что он становился бронзовым призером довольно престижного международного турнира GB в Финляндии. Ну и является чемпионом ВДВ по боксу. Иванов сейчас так тоже с наскока, причем они оба практически в одной манере действуют. То есть наскок, 2-3 удара, оттяжка. И в этот момент начинает действовать второй спортсмен. В таком же режиме пример. Хорошо попал левым сбоку Батырев. Продолжает выжидать как раз соперника. Когда тот попадет, здесь сейчас был ниже пояса. Двойка. И на скачке джебом боксер синего угла Владислав Иванов. Встречает сейчас справа, залетает у Иванова неплохой прямой. И сбоку слева выбрасывает Владислав Иванов, и на этом заканчивается раунд. Андрей Батырев, боксер 1992 года рождения. И ты, блядь, побежал назад. Чё ты побежал назад? Зачем? Начал хорошо, хорошо начал. Провел ринге 85 побед. Провел 7 международных встреч. Бьешь и падаешь, руки опускаешь, падаешь. Первый тренер Ткаченко, передний русский дальше. Боксером работает Алексей Галеев. Андрей Батырев, Тульская область, красный угол. На второй раунд вышли спортсмены. И
Андрею Батареву тренер сказал, что не надо оттягиваться назад, потому что хорошо начал, ему все понравилось. Дальше нужно просто прессинговать, не отпускать соперника, назад не отскакивать. Неплохо в корпус Иванов сейчас заряжает. И тут же сразу серия из нескольких ударов слева и справа от боксера из синего угла. Ну и начинает Бадарев предпринимать свои какие-то действия. Два боковых. Да, и да, мощная атака. И так болтануло, по-моему, немножечко Батарева. Но быстро он пришел в себя и выбрасывает уже свою комбинацию. Да, и действительно, вот знаете, вы абсолютно справедливо заметили, Роман, боксеры как будто зеркалят друг друга в этом поединке. Я имею в виду сама манера бокса. Да, сейчас это рекомендации, все мы слышим, активные. Для Владислава Иванова больше мы работаем передней ногой. Справа хорошо попал дважды представитель Московской области. Корпус, корпус, забывай. Долго. Быстрее. Быстрее повторяй. Да, хорошая трехударная серия сейчас от Батарева. И продолжает пытаться пробить по корпусу еще Андрей. Но не всегда удачно ему это получается сделать. Здесь два жестких сейчас в туловище прилетает от Владислава Иванова. И боковой вот перчатки также бойцу синего угла удается успешно. Да и в целом Иванов в этом раунде попадает чаще. Он ближе вот ко второй половине раунда начинает активизироваться, когда Батарев замедляется. Потому что Батарев-то хорошо стартует. И давай дальше! Продолжает поддавливать. И опять прилетает в голову сейчас Андрею Батареву. 30 секунд! Ух, здорово! Хорошая, да, атака от Батарева на этот раз. Конкурентный поединок. И все, раунд закончен. В синем углу ринга А готовится продолжить бой мастер спорта России международного класса, представляющий Наркоподольск, прилюдок Всемосковской области, Владислав Иванов. Просто 1999 года рождения. Представляет спортивное общество вооруженные силы. Боксом занимается 12 лет, провел 150 лет, одержал 100 побед. Победитель первенства Европы среди боксеров 19-22 лет. Первый тренер Виктор Пономарев. В настоящее время с боксером работают тренеры Смирнов и заслуженный тренер России Николай Хромов. Владислав Иванов, Московская область, синий угол, ринг А. Третий раунд. Третий раунд. Возобновляется поединок. Опять, пока Андрей Батарев свеж, у него все хорошо получается. Дальше, когда подустает, немного прям застревает перед соперником, начинает пропускать необязательные удары. Ну и сейчас Батарев пытается поддавливать. Тут, конечно, хотелось бы еще и удары выброшенные увидеть. Ну вот они, да, пожалуйста. Да, вот они и пошли. Помедленнее все-таки работает Андрей Батарев. Вроде хороший удар, такой мощный. Справа сейчас был боковой, но очень уж медленный.
Дэн и успел Иванов, конечно, перекрыться. И ручная скорость у Владислава повыше немного. Не очень много, но все-таки повыше. Ну, вы знаете, здесь, по-моему, такая картина наблюдается на тоненького, по крайней мере, на текущий момент. И в целом на тоненького, но с небольшим преимуществом, если брать в учет точность, у Владислава Иванова. Поэтому мне кажется, чтобы Андрею Батареву забрать победу, надо все-таки еще больше включить форсаж. Естественно. Потому что если вот картина меняться не будет, то Иванов, я думаю, за счет большего количества точных попаданий заберет свое. В принципе, за счет активности он чуть насыщеннее. Мне нравится, да, то, что Андрей Батарев встает перед своим соперником. Сейчас упирается головой в него. Хороший одиночный. Справа, потом через оттяжку еще и левый заходит. Владислава Иванова. Сейчас, да, здорово сконтрил Батарев. Сбил руку соперника в сторону. Меньше 30 секунд до завершения боя. Стремится в атаку сейчас Владислав, тоже даже со сменой стойки. И через затяжку, очень, да, хорошо. Мощно. Иванов насыпает. Снизу в корпус и в голову тут же добавляет. Да, конечно, очень старался Андрей Батарев, но перебоксировал, по-моему, его Владислав Иванов на встречном курсе. Ждем судейского вердикта, но здесь действительно, наверное, все-таки победу отдадут представителю синего угла Владиславу Иванову. Но не торопим события, пока подождем. В данном бою победу по очкам единогласным решением судей одержал боксер синего угла Владислав Иванов. Да, как и ожидалось, Владислав Иванов одерживает победу и проходит в полуфинал, чем его мы и поздравляем. Спасибо.